Амалия Мордвинова, экстравагантная актриса и поэтесса, объяснила, почему больше не собирается замуж. Амалия Мордвинова воспитывает 4 детей, плотно взаимодействует с их отцами и чувствует себя сильной женщиной. Известная актриса с недавних пор открыла миру новый талант. Она предстала перед общественностью в качестве поэтессы. Между тем, актриса не принимает ухаживаний от противоположного пола. Дело в том, что в жизни звезды уже выстроена некая система взаимоотношений с детьми и бывшими мужьями. Поэтому места для новых отношений фактически не остается. У меня 4 детей и рабочие отношения с их отцами. Новый брак может пошатнуть эту конструкцию, а это не выгодно никому из участников этого тандема, пояснила Амалия. Интересно, что актриса не позволяет себе даже флирт. В моей жизни он полностью отсутствует. Как говорится, я этими губами детей целую, я мать, и сознательно ограничиваю себя в общении с мужским полом. Моим мужчиной может быть только мой муж, говорит Мордвинова. Стоит отметить, что при этом Амалия все равно пользуется повышенным вниманием у многих мужчин, которые являются большими поклонниками ее творчества.